Спросите у любого учителя, филолога в школе, о чем сказка Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке. Все скажут, сказка это о жадной старухе, которая осталась у разбитого корыта. Мои хорошие, глупость очередная. Это Пушкин будет тратить время на то, чтобы осуждать очередную жадную старуху. Это сказка о любви. О безусловной любви старика. Легко любить красивую, щедрую, умную женщину. Вы попробуйте любить старую, грязную, жадную старуху. А доказательство вот. Я спрашиваю любого филолога, как начинается сказка о рыбаке и рыбке? Мне все говорят, так, жили, да, правильно. Жили-были старик со старухой сам в Синем море, правильно? Правильно говорят филологи. Пушкин жил старик со своей старухой. Разницу чувствуете?